Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму помидоры по самому простому и быстрому рецепту. Нам не понадобится ни зелень, ни чеснок, никакие другие пряности и специи. Но помидорчики при этом получаются невероятно вкусными. Берем спелые плотные помидоры и раскладываем их по стерильным банкам. При этом томаты хорошо уплотняем. Из 3,5 кг помидоров у меня получилось 2 банки по 2 литра и 1,5. Теперь заливаем томаты крутым кипятком. Прикрываем банки крышками. Накрываем их чем-то теплым и даем так постоять 20-30 минут. Затем воду из помидоров сливаем в кастрюлю. При этом обязательно ее замеряем. Чтобы объем получился кратный 1 литру, доливаем кипяченой воды столько, сколько нужно. Дальше на каждый литр воды добавляем 30 граммов каменной соли, 100 граммов сахара и 60 миллилитров 9% уксуса. Хорошо все размешиваем, прикрываем крышкой и отправляем на плиту. Когда маринад закипит, варим его 1-2 минуты и начинаем по очереди заливать наши помидоры. Маринад должен доходить до самого края банок, даже чуть с горкой. Залили одну баночку, сразу ее закатали и перевернули. Маринад с плиты не снимаем, пусть он все время кипит на медленном огне. Закрученные банки хорошо укутываем и оставляем в таком состоянии до полного остывания, примерно на сутки. Вот и все. Быстрые и вкусные помидоры на зиму без пряностей и специй готовы. Хранить их можно как в прохладном месте, так и при комнатной температуре. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.